Уважаемые друзья, находимся на остановке Дом быта. И, как я уже говорил, то есть у людей вопрос, откуда появились вот эти отверстия. Предположительно, что когда монтировали после Нового года новую умную остановку, ее не очень совсем умные подрядчики смонтировали не на том месте. И в итоге ее перенесли. Но вот эти дыры остались. Вопрос, кто теперь будет это все устранять, потому что это не является гарантийным случаем. И тот подрядчик, который выполнял укладку плитки, он не обязан это исправлять. И вопрос к руководству УСДХ, как они принимали работу и оплатили. Потому что в соответствии с сайтом госзакупок информация размещена, что работы приняты без замечаний, оплачены 100%. Думаю, что прокуратура должна провести проверку и дать оценку действиям руководству УСДХ, ну и тем же подрядчикам. То есть получается, что работы были оплачены и приняты, которые ненадлежащего качества, судя вот по этим отверстиям.